Говорят, Светлана Ходченкова вернулась к бывшему. Об этом свидетельствует совместное фото парочки с отдыха на Бали. По заверениям ближайшего окружения актрисы, свой 35-й день рождения она провела в Швейцарии вместе с бизнесменом Григорием Петришиным. А после они вместе отправились на остров, где раньше Ходченкова предпочитала отдыхать с друзьями. Напомним, что парочка раньше была даже помолвлена, но в 2016 году они расстались. Поклонники надеются, что сейчас их чувства вспыхнули вновь, и отношения все же закончатся громкой свадьбой.